Какими бы недугами вы ни страдали, вы можете сесть, расслабиться и принять этот сеанс. Дело в том, что акцент будет идти на заболевания сердечно-сосудистой системы и всеми отклонениями, которые связаны с этим. Но для того, чтобы сеанс прошел успешно, вы уже знаете, что надо сесть, расслабиться, разомкнуть руки, ноги, смотреть на меня не обязательно. Надо прислушаться к тому, что будет с вами происходить. Итак, приготовьтесь, сядьте поудобнее, закройте глаза. Начали.
этом сегодняшний сеанс закончен. Я очень хочу, чтобы вам стало легче, чтобы вы чувствовали себя хорошо, чтобы ваш день сегодня был благополучен, спокоен, радостен. Напоминаю, не торопитесь в суету жизни. Спокойно начните день, спокойно придите на работу, спокойно отработайте день и спокойными вернитесь домой. И вы почувствуете облегчение, и ваши недуги начнут отступать.